рассказать о том, как прошел маркет. Я себя чувствовала Наташей Ростовой на балу, вот не меньше. Это были удивительные 2 дня. Мы сидели в каком-то невероятном дворце, в хрустальных люстрах, в окружении потрясающих людей, которые говорили такое количество добрых слов. И как же важно встречаться с людьми, которые говорят тебе такое. И ты такой: я все делаю верно. Все было сделано клево. Приходили друзья, люди стали добавляться в соцсети, прилетали первые фотоотзывы. И, друзья, наконец у нас ожил сайт. Потихонечку сбывается моя мечта, и там теперь прям лето летнее, очень празднично и очень нарядно. И если вы хотите, чтобы у вас дома и на праздниках было так же, то вперед. Все эти прекрасные товары, про которые я столько времени рассказывала, их можно теперь разглядывать, рассматривать, заказывать, покупать на сайте. Каждый вечер на работе я думаю о том, что наконец-то скоро лето, и я должен быть готов. Я достану сан-кресоли, пакет и сандалии, выну свертки газет. И пусть нет у меня золотых часов, красного пижо, мне будет этим летом хорошо. Я иду туда, где солнце и вода, на небе облака играют в прятки. Я черпаю песок в сандалях на носок. Сегодня так светил ладно. Лица прохожих зеркалят меня, задумчивы и красивы. Город в оттенках оливы, и во все глаза уже полчаса. Каждый образ, каждый жадный шум ловлю, и солнце лучше. Сейчас я бабушке ночь. Как интересно вокруг все и как свежо, не будет этим летом хорошо. Так, а куда вы сейчас поедете? Домой. Опять иду туда, солнце и вода, на небе облака, играют в прятки. Я черпаю песок, сандалях на носок, они несут меня навстречу ветру. Очень какое-то уютное утро. У меня налит кофе. За окном то тучка, то солнышко. Поэтому давайте полистаем книжку. Тем более она такая красивая. Смотрите, какой здесь вроде бы простой, но настолько красивый форзац. И, по-моему, он весь нарисован вручную от и до. Просто я вижу, что все эти ромбики разные. Вот, возможно, где-то здесь повторяются
Но я этого не вижу. То есть вот эти крапинки, вот эти какие-то кляксы, которых нету здесь. Здесь свои какие-то другие кляксы. То есть вот так вот вручную узор нарисован для форзаца. Это просто потрясающе. Здесь очень много сказок, очень много страниц, книга такая прям упитанная. И мне нравится, и то, что меня прям больше всего впечатлило, что все-все элементы, заглавные буквы, маленькие детали в прорисовке, название, прописанное от руки, иллюстрация каждой сказки, они все разные. И это все так приятно разглядывать, и это же какая огромная работа была проделана. Кот играет. Кот такой еще потешный. Все эти птички, они какие-то такие милые, знакомые, прям вот. Буквы, смотрите, какие красивые. Сказки, скажем так, ходовые. То, что нужно. Смотрите, какая коза страшная, да? Смотрите, какой заяц красивый. Мне так нравится, здесь вот видны все-все штрихи, что где-то, скорее всего, рисовала пастельным мелком. Но я не думаю, что это такой карандаш огромный. Похоже на пастельный мелок. Где-то гуашью прорисовано. Вот, где-то прям видны какие-то акварельные порой переливы гуашевые. Вот здесь вот как будто бы сверху мелками рисовала, раскрашивала зайку. Вообще, она удивительный иллюстратор Татьяна Маврина. Вы когда посмотрите еще какие-нибудь ее работы, я надеюсь, тоже впечатлитесь. «Летучий корабль» сказка. Мне очень нравится, как она композицию выстраивает. Вообще, первое впечатление, когда смотришь на ее картинки, типа, что это? Просто набор каких-то пятен и штрихов. А когда начинаешь всматриваться, господи, как же это же, как же так вот, это настолько смело, это такое мастерство, вот я в этом вижу, ну, просто невероятное, вот так вот штрихами и яркими, совершенно разными цветами выстроить такую красивую, грамотную композицию. Смотрите, какие волны, как она здорово изобразила, что волны светятся, какое небо. Это вот комета, наверное, летит такая красивая. Смотрите, какие царевны. Мне почему-то кажется, что такую книгу здорово иметь прям сразу, как вот только родился ребенок, либо чисто для себя. Сейчас я читаю ее с Димкой, ему 4,5, то есть уже почти 5, ему интересно. Здесь некоторые сказки большие, некоторые коротенькие. И в некоторых достаточно такой сложный язык русский. Ну, с применением каких-нибудь слов таких старинных. Вот. Мне думается, что надо все равно это читать. Если ребенок задает вопросы, отвечать, что-то, может быть, пояснять самим. Вот. Ему интересно, потому что, например, здесь есть сказка, вот мы успели прочесть «Пойди туда, не знаю куда», и он прям про нее вспоминает. Вот этот самый необыкновенный петух с обложки. Вот это такой элемент. Часто я его встречаю в вышивках, когда рассматриваю всякие старорусские вышивки. Но это моя мечта – вышивать. Я ее пока никак не рисую. Смотрите, какое королевство. Море, рыбы и волны по краям. Прям так мне нравится смотреть, как здесь цвета сливались у художника. Вот голубой с таким каким-то зелено-желтым. Какие кони несутся, все несется. Просто потрясающе. Солнце какое-то. Месяц, луна, ну, там корабль, по-моему, еще какой-то на волнах. Вот сказка, которую мой сын вспоминает часто. «Пойди туда, не знаю куда».
потрясающая история про негодяйского царя. Очень красивая для него иллюстрация. Последние, наверное, месяца два-полтора были очень насыщенными на события и на подготовке, и на количество задач, которые нужно было выполнять каждый день. И я могу сказать, что из такого ритма тяжеловато вырываться. То есть, когда ты бежал какое-то время, сразу расслабиться не получается. Нам с тобой повстречаться непросто, в городской суете перекрестков, то ли там, а то ли тут. Дождик чертит линейку косую, я на окнах твой профиль рисую. Ты скажи хотя бы, как тебя зовут. Дождик чертит линейку косую, я на окнах твой профиль рисую. Ты скажи хотя бы, как тебя зовут. Я сама себе организовала отпуск намеренно, целенаправленно. Я осознанно не взяла на дачу никаких дел. Доделываю здесь какие-то такие проекты для души, как, например, вышивка, вязание, на которые обычно не хватает времени. Потихонечку удается снизить накал страстей, градус рабочей зависимости. Вот. Но впереди достаточно непростое время. Оно мне уже очень знакомо. Это когда такой как бы немного праздник закончен, феерия какая-то, да, какое-то событие, к которому было привязано много ответственности. А теперь начинается просто рутина. Мне тяжеловато в этом периоде, потому что здесь меньше новизны, эмоциональных таких всплесков, когда кажется, что ух, какой поток энергии, вдохновение, я сейчас просто вообще покорю горы, я все могу. Здесь спокойнее, и это чувство спокойствия на меня часто давит. Мне кажется, что ничего не происходит. Я немного превращаюсь в Карлсона, который начинает паниковать и расковыривать вишневую косточку из горшочка, чтобы проверить, она вообще растет или нет. Пусть останется самая малость, чтобы знать, по кому тосковалась. Ты скажи хотя бы, как тебя зовут. Здесь возле участка лес. Мне так нравится, что некоторые цветы, они лесные. Вот они так и сохранились на участке. Переползают иногда из леса, разрастаются. План в громадье. Задач великое множество. То мне не хочется бросать, мне хочется развивать все это. И я хочу, чтобы видео были спокойными, где что-то рисуется, что-то создается, какие-то новые открытия по поводу рабочих каких-то моментов, новые достижения, да, новые какие-то проекты, где это просто жизнь, просто все идет своим чередом. И это мой образ жизни, и он вот такой, и я этим делюсь. Пожалуйста, дайте мне какую-нибудь обратную связь, комментарии, сердечки, какие-то свои мысли. Буду знать, а вам это как? Я желаю вам всем очень красочных, теплых летних дней. И пусть лето у вас будет летним.
когда вот как в детстве, прям вот. Солнце, тепло, природа и свобода. Дим, как кричишь? Браво! Молодец! Браво!